Так, Антошка сегодня дома остался, да? Полежит дома, мы еще за ним посмотрим. Да, понаблюдаем за ним. Так, Антохе сделали мы справку, все взяли, все нам написали. Антошка, сколько... не кололи? Нет, Антошка же дома, в общем, так что все нормально. Привезли, он здоров. Привезли ему что-нибудь точно, да, вкололи? Да нет, ему ничего не надо, его просто, ну, написали, что все здоров, медицинское заключение. В общем, на танцы мы взяли. Теперь с Гришей едем на сборы в школу. Побыстрее, это я уже спать хочу. Гриш! Гриш! Ну, в общем, вся школа. А, я сейчас на площадку, можно? Нет. У нас еще Зоечка в гостях. Антох, ну как тебе? Все нормально? Ты куда хочешь? Ты куда хочешь? Давай. Ты будешь на Гришином месте? С Антошей? Так, все, мы съездили на... сборы в школе, сказали, в общем, теперь занятия. Школа раньше работала с 8.30, по-моему, всю жизнь. И мое детство, и родители все ходили к 8.30. Сейчас наша школа будет учиться с 8. И первый урок во второй смене в 12.25 будет начинаться. Но 1 сентября идти нам к 11 будет праздник. Линейки никакой не будет для второй смены, а будет праздник... только в Доме культуры там какой-то, не знаю, уж пойдут со школы, построятся и пойдут. Да, Антоша еще сегодня в 5 часов на собрание на танцы. Справку сделали, это самое главное, что нужно в музыкалку, это справку на хореографию, иначе именно сделанную до 1 сентября. Вот так вот, сейчас буду делать Антохе чай. Все, я приехала в Краснодар, вышла на зипе. Да что тут пробка вообще? Дальше до второго ехать еще дольше. Тут машин капец сколько. Ой, тут какие сосны растут. Памятник. Иду по навигатору. 800 метров осталось. Так, я забрала коробочки. В общем, вынес просто дядечка на улице мои коробки по 30 штук. Потом покажу все дома. Блин, тут уже столько желтых листьев. Круто. Аврора. Пришла я на Аврору. Минут 15 мне это заняло. Красная. Красотка. Реконструкция кинотеатра. Это теперь получается вот этот вот фонтан не работает, в котором можно было купаться. Вот он. А вот работает этот большой. Все, я уже к маме приехала. Сейчас буду есть яичницу с колбасой и помидорки домашние. Я забираю. Нифига себе, тут у вас лего. Мы хотели это автомат для продажи M&M's. Вот такие хоть прям пачек. Нет, маленький. Из лего? Да,
взяла. Это Сережа у нас взял. Да? Он тоже взял. Ой-ой-ой-ой. Где-то еще шапка, да? Вот, да. Так, ну все, давай, Григорий, собирай, я тебя жду на улице, едем домой, понял? Гляньте, где тут Марсик спит в ящике. Марселло, мы уже приехали. Пошли спать под навес, там хорошо. Так, ну что, я уже дома, дети тоже приехали. Вот сейчас буду доделать прянички на сегодня. Покажу, что я здесь за заказ забрала. В общем, на Лузана 19. Там какой-то в интернете магазин. Все очень... качественно, как мне показалось, да, все хорошо, есть самовывоз, вот он на Лузана, это буквально от Авроры идти 15 минут. Я по навигатору даже не знала, куда идти, но там по шоссе нефтяников и сразу налево. В общем, и просто с обычного многоэтажки выносит молодой человек заказ. Вот сейчас покажу, что здесь это коробки, которые 16 на 16, их 10 штучек. Вот, они все, то есть самим их нужно собрать, все с окошечками, вот 20 на 20, здесь их 30 штук. Вот это задненький, и вот крышечка. Еще я заказала ленту, вот такую вот зелененькую. И здесь же еще пакетики прозрачные, но они маленькие, если честно, даже не посмотрела, какой там размер, но они достаточно маленькие, то есть даже меньше ладошки. Не помню, какой здесь. И вот такой вот наполнитель. То есть это как вот такая вот резаная салфетка. Не знаю, как это называется. Ну, наполнитель в коробку немножечко на дно класть. И вот белая. Вот, то есть зеленую я заказывала, если вот этой вот ленточкой все завязывать. Вот цены там в магазине достаточно нормальные, поэтому мне все понравилось, в принципе. Вот. То есть оплата через Сбербанк, и просто звонишь, говоришь на сотовый телефон, звонишь, говоришь номер заказа, и все, они его вносят. Так что все в порядке, мне все понравилось. Если не забуду, потому что у меня сейчас такая кутерьма с выставлением видео, то внизу оставлю ссылочку на то, где я их заказывала. Ну, если вдруг забуду, если вдруг кому надо, то напишу. Сейчас попробую еще собрать коробку, покажу, что получится. Так, ну что, вот такая вот коробочка получилась. И сюда еще положу прянички. Все хорошо, все собрала. Все отлично. Мне все нравится. Так, а я сейчас буду делать прянички. Намешать нужно айсинг. Ну, эту белковую глазурь. В общем, почти все готово. Осталось вот здесь вот таким вот нежно-розовым сделать стерочки. Беленьким. Книгу дозаливать желтого. В общем, немножечко... совсем написать здесь 1 сентября, и почти все готово. Так, прянички у меня, в общем-то, застывают. Вот такие вот получились. Все покажу потом в коробочках, когда все упакую. Сейчас у меня 20 минут до собрания. Нужно успеть хотя бы все закинуть в борщ, чтобы как бы сварилось. Сижу, я просто закинул зелень и что еще? И чеснок. Вот, в общем, ничего не успеваю, но все равно надо пробовать, надо стремиться к тому, чтобы все успеть. Вот, так что сейчас довариваю быстренько борщ и потом еду на собрание. Афоня, подожди маму. Да, а тебе завтра в 4 часа. Какая тебя, Аня Веденева? Да, Вика тоже. Завтра в 4 часа на смотр. Ну, завтра уже в музыкальной будут тебя смотреть, учительница. Зачем? Как ты? Ну, как ты умеешь? А кто у меня учительница? Алла Алексеевна. Алла Алексеевна. Ну, та, которая и тогда тебя смотрела. Алла Алексеевна. Ну, видишь. 3 часа утра. Это после садика. Пап, ты что, уже будешь за это? Решу, а ты же детская лопатка. Да. Зато аккуратно. Сейчас я это выставлю. Так, вот такая вот коробочка с пряниками получилась, вот такой вот ленточкой. И все готово, все высохло, все успело, ура, ура, ура. Так что сейчас повезу Гришу на карате, и потом завезем после карате пряники. Хорошо, тетя? Так, ты что, все, Гришу? Вся надежда на тебя. Зима пришла, карты взяли. Так, Маргарита. Сложи, не допросишься, что-нибудь другое. Я буду тебе давать. Да? Я тебе буду давать.
Так, мы с Маргаритой что будем делать? Да, сейчас сотрем там старый лак. Зубы. Так, чего вы опять сюда попришли? Ну что, Маргарит, мы делаем? Накрасили? Сейчас еще будут у нас тут цветочки, да? Фиолетовые. Фиолетовые? Давай. Ну что, ты все готова? Покажи. Вот не болит, болит, вот уже не болит. То есть какой-то маленький. Ну что? Так, Антошик, там уже холодно, заходи. Зоечка, иди одеваться. Застегните. Да ты сама все умеешь. Марго. Давай, Марго, нормально. Она уже с ногтями. Я и сама себе накрасила. Пока. Пока под шумок, где тебя Вера себе накрасила. Я запах слышу. Афоня говорит. Запах дождя, да. Так, Афонь. Все, Зоечка, пока. Конечно. Маргарит, пока. Афонечка, не выходи. Все, говори до свидания. Нет, там дождь идет. Ты видишь, что тут дождь? Пока, Афоня. Пока, тетя Вера. А? Не надо, а вон пошли. Пока, говори. Голову не надо накрывать. Пошли, заходи. Так, у меня еще остался айсинг, и я, в общем-то, чтобы он не пропал, потому что он на сыром белке очень быстро портится. Ну, то есть, если с ним ничего не сделать, не засушить, он быстренько засохнет. И я сделала вот такие вот разные цветочки розовые. Пробовала делать одной насадкой, родня мне дала маленькие насадочки. Вот беленькие еще. Так, а вот еще беленькие. В общем, это самые первые. Вот это вообще было жидковато. Вот видите, немножко подрасплющила, поэтому я потом добавляла еще сахарную пудру в айс. И вот такие вот розочки получились. Вот еще собрала одну коробочку к 1 сентября. Вот эту коробочку мамочка сама покупала. Вот такая вот она красивая получилась.